Здравствуйте, коллеги. Рада вас приветствовать на нашем производстве. Производство небольшое. Работаем с индивидуальными проектами. Наверное, можно сказать, что производство полного цикла. В Химках работает уникальное мебельное производство, которое предлагает изделия под индивидуальный заказ. Здесь все разрабатывается с учетом пожеланий клиента и поэтому имеет оригинальный дизайн. Представители муниципального казенного учреждения «Малый бизнес Химки» и депутат Алексей Федоров посетили предприятие в рамках проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия». В рамках городских проектов, партийных проектов мы всегда поддерживаем частный бизнес, средние предприниматели, и небольшие предприятия промышленности. Импортозамещение – это сейчас основная задача для всего производственного цикла. Предприятие посетили более 30 московских дизайнеров. Им рассказали о возможностях производства, оборудовании и материалах. Все это позволяет создавать качественную авторскую мебель. Любая мебель, она, по сути, начинается с корпуса. Работаем мы исключительно с ЛДСП «Эгер», причем в позициях как влагостойкая, так и обычная ЛДСП. В планах компании – расширение ассортимента и внедрение новых технологий. В этом могут помочь государственные меры поддержки. Об этом и говорили на встрече. Наши мебельные производства доказывают, что могут производить продукцию, которая не только соответствует мировым стандартам, но и превосходит их. Благодаря поддержке дизайнеров мебельные производства получают мощный стимул для дальнейшего развития и совершенствования. В Химках реализуется комплекс мер поддержки среднего и малого предпринимательства. Узнать об актуальных конкурсах и субсидиях можно в МКО «Малый бизнес Химки». Елена Тараненко, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.